Вторая бомбочка была. Желейные мишки. Ракетка. Ох ты, да, сейчас будет удар. Во. Это мне уже нравится. Давай, буррито. Бизончик. Ух ты, прыгай, прыгай, прыгай. Ох ты, я пробил. Тут золотые. Да, дуда, дуда. Да, дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Буррито Бизон. Давайте попробуем. На, получи, Бертаник. Так, желейные мишки. Желейные мишки, пожалуйста. У нас они голубенькие такие. И они мне помогают прыгать. Ну, конечно же, я их уничтожаю. Давай, давай, бизончик, прыгай хорошо. Хорошо, хорошо. О, опа, смотри. Мы пробили немножечко стену. А, хорошо, дальше идем. Сколько мы заработали денежек? 400. И у нас открылся магазин. Давайте посмотрим, что у нас есть в магазине. А в магазине есть у нас ударный... А, подожди, что у нас тут открылось? А вот что у нас открылось. А, вормишка. Раздавишь этих воришек, банк позволит тебе оставить все деньги себе. Правда? Купить за 2000. Давай. Это мы открыли новых вормишек, да? Хорошо. Ладненько. Деньги нам не помешают, деньги нам нужны. Давай этого ударим. О, все, скоро мы его победим. И прыгаем дальше. Опа, хорошо. Мишки, 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 давайте побольше, побольше мне. Ох ты, как хорошо прыгаю я. Потихонечку. О, смотри, бомбочка. Опа, хорошо, прям так раздавливаем. Давай, лети вперед. Бизончик. Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай. Ой, немножечко не хватило нам пробить стену. Ну, ничего страшного. А новый рекорд, хорошо. И денежек мы заработали. А где же эти вормишки? Давай его стукнем. Полетели. А где же вормишки, я не пойму. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте, ребятушки. Желейные мишки. Хорошо, прыгаем. О, деньги были, блин, я их не поймал. Да что такое, вон тоже деньги, да? Я не могу ловить их. Опа, опа, все кончилось. Ненадолго хватает. Хватает ненадолго эту прыгалку. Бомбочка. Есть, нифига, как я взлетел. О, давай, давай. Чуть-чуть не пробил стену. Да елки-палки, ну ладненько. Денежек подкопили, мы уже хорошо. 1600 у нас. Ладненько. Идем дальше. А, давай я тебя стукну. На, получай. Хорошо, прям таки мы прыгнули. Во. Так, давай, прыгай, прыгай. Наш бизончик. О, прыгалка. Есть, хорошо прям. Ох, взорвался. Давай, давай, побольше, побольше. Где у нас тут вормишки? Мне нужно деньги, мне нужны деньги. Ох, прикинь, чуть-чуть не пробил стену. Офигеть, круто. Прикольно, прикольно, хорошо, идем дальше. Так, давай я тебя стукну хорошо еще раз. Опа, получил. Давай, прыгай, прыгай, мой бизончик. Деньги, деньги, мы упустили опять деньги, да? Да что такое, мне нужно много денег. Ладно, здесь как бы раз на раз не приходится, слушай. Не каждый раз приходится деньги получить. О, вот эту мне прыгалку надо. А, где прыгалка, алло? Прыгалку мы не взяли. Ну, ладненько. Денежек мы заработали уже нормально. Магазин у нас пока нет ничего, ладно. Магазин у нас нету, денег для магазина. Давайте, сейчас стукну. Опа, не знаю, стукнул или нет, или промазал я. Ладно, ладно будет. Промазал-то промазал. Желейные мишки, помогайте. Оп, опа. Бомбочку. А, ох, давай сверху бомбочку. Нет, я не смог. Деньги, деньги, деньги. Давай, пожалуйста. Yes. Сколько, сколько? 80. Ну, это не сильно и много. Давай, бизончик. Ой, давай, давай, давай. А, все. Я даже не допрыгал до стены. Ну что ж. Сколько мне денег дадут? О, открылся магазин. А ну, посмотрим, что мы можем купить. А, Тедди Факел, эти бедняжки застряли на гигантской хлопушке. Помоги им и получи дополнительную высоту. Хорошо, купим. А это что такое у нас? Маничетти. Начать перезарядку, давай попробуем. Хорошо. Играем дальше. Так, Бертаник, да? Давай мы тебя сейчас еще раз попробуем. О, стукнул, не стукнул, не знаю, получилось или нет. Давай, бизончик, прыгай, прыгай, давай. Опа, хорошо получается у нас. Давай, давай, бизон, давай, давай. О, вот эту прыгалку. О, отлично. Я прям много их мочу. Опа, опа. Вот это что такое было там сверху? Какие-то бубльгумчики. О, стена, стена. Давай, давай, на стену. Опа, хорошо, давай, давай, еще немножечко. Эх, не смог пробить я стену, к сожалению. Ну, ладно.
Денежек немножечко мы подкопили. А что там у меня в магазине еще есть, знаешь, что я думал? А, это 6 тысяч стоит, нифига себе. Так, денежка, а денежка 7500. Ну, это дорого, конечно, все. Это я тут ничего такого не могу купить. Ладно, идем дальше. Так, скоро я тебя уже побью. Вот, осталось там один удар и все. О, деньги, 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 деньги были. Давай, бизончик. О, видишь, как вот ты хорошо прыгаешь. Дави этих мишек. Опа, хорошо, прям, смотри, прыгает. Так, давай, давай, хорошо. О, стену, давай, пробей стену, пробей. Эх, не можем пока пробить стену никак. Денежек добавили нам... О, 134 денежек. Это мало, 134 монетки. О, давай, еще один удар и все. Опа, не знаю, мы его победили или нет. Ого. Ребята, вам нравится эта игра? Вы в нее играете? Скажите, если играете, до какого уровня вы дошли? Ого, смотри, кто-то нас словил. Споймал, в капкан полетел. Прям-таки в капкан. Да, денег мало будет, конечно. Так, ну что ж, один удар остался, да, тебе? Опа! Все, смотри, нифига, мы сразу 300 монет заработали. Прям-таки неплохо, все равно. Ой-ой-ой, что-то мишек мало здесь на полу. На земле. Ой-ой-ой-ой, давайте, мишки, побольше бы вас. О, ракетка, ракетка. Тоже весьма неплохо. Прыгалка, прыгалка. Опа, смотри, прям я много их выбиваю. Этих желейных мишек. Давай-давай-давай, еще немножечко. Эх. А, бодибилдинг открыт. Теперь ты можешь тренироваться в магазине? Да, ну, прямо в магазине могу тренироваться. Новый противник. Шоколадный заяц. Теперь ты можешь бросить вызов шоколадному зайцу. Если, конечно, у тебя хватит денег, чтобы вызвать его на ринг. Так он платный, что ли, да? Что-то шоколадный заяц. Угу. А в чем интерес в этом шоколадном зайце? Давай посмотрим. Вот он, шоколадный заяц. Ох, нифига, 15 тысяч стоит. Выглядит так вкусно, а прыгает так высоко. Благодаря высокой калорийности. Вот, это хорошо, что прыгает хорошо. А вот бодибилдинг. Наноси больше урона противникам, чтобы быстрее их победить. 1000 стоит. А у нас как раз и 1000 есть. Покупаем. Хорошо, нам добавили какую-то способность. А, вот Гарри в бабочке. Давай его ударим. Опа, не знаю, попали мы в него или нет. Ладно. Давай, Бурита, прыгай по мишкам этим. Ой-ой-ой, мишек нету. Вот, хорошо. Вот, этого перепрыгнули. Опа, ой, давай, прыгалку, прыгалку. Замечательно. Опа. Да, прыгалка не очень помогла нам. Бомбочка. Ох ты, какой удар, какой удар. Давай, чуть-чуть. Стену не пробили. Ладно, идем дальше. Так, это что такое у нас? А что такое? Эпические маньячи. Навсегда увеличивает все зарабатываемые тобой деньги во время запусков в 4 раза. Так, не надо, ладно. До свидания. Денежек совсем у нас мало. Надо будет много-много зарабатывать. Так, все, мы тебя все-таки шпукнули один раз, но тебе этого мало. Давай, бизончик. Ох, нифига, какие удары у него. Какая прыгалка. Ух ты, давай еще третий раз. Все, надо будет нам прокачивать эту прыгалку. Она прикольная. Смотри. Раз, два, три. Ох, нифига, смотри, как я прыгнул. Хорошо, прям, ну, прям в стену. С шоколадками. Ага, 200 монет. Да, совсем немного. Так, Гарри, получай. Опа. Прыгаем, прыжочек. Так, монетки были. О, еще монетки. Есть. Сколько, сколько монеток? 80. Ну, тоже неплохо. 80 монеток. Давай, давай, так, прыгай. Ох ты, хороший прыжок был. Ах, я прыгалку... Прыгалку не взял. О, ракетка, ракетка, это хорошо. Давай, ракетку, ракетку, блин. Не получилось взять ракетку. Ладненько. Сколько заработали? 222 монетки. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, давай. Ну, шлепни его, шлепни. Ой, хорошо. О, бомбочка. Давай, вон вторая бомбочка была. Желейные мишки. Ракетка. Ох ты, да, сейчас будет удар. Во. Это мне уже нравится. Давай, Бурито. Бизончик. Ух ты, прыгай, прыгай, прыгай. Ох ты, я пробил. Тут золотые.
Смотри, мишки, желейные медведи, золотые, прикинь. Офигеть, круто. Вот тут я много денег заработаю, слушай. Первый раз я пробил стену, прикинь, круто. Давай, давай, еще немножечко прыгай, прыгай на них. Ах. Ладно, появился новый катапультатор. Кто это? Pineapple Spunk. Нифига себе. Да, поедатель тортов открыт. Теперь ты можешь улучшить способность поедатель тортов в магазине. В магазине. В магазине, в магазине. Хорошо, спасибо. А, открылись у нас еще карточки. Так, Майка, это что такое у нас? Непонятно. Тут что у нас? А, песо братаны. Удваивает количество денег, получаемых во время взлета на короткий период времени. Хорошо. И чили-бомба дает дополнительную подпитку в самый нужный момент. Отлично. Давайте еще раз попробуем немножечко. Поиграем. Давай, буритко, давай, буритко. Ух ты, у нас... а где бурито? Девочка какая-то. Ананасовый шлепок называется. Прикол. Ох, нифига, смотри. А нафига, че, смотри, как классный. Оба, деньги сразу заработала, молодец. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Ух ты, как она два раза их фигачит и прыгает, смотри. Еще деньги заработала мне, ой, спасибо. О, прыгалка, прыгалка, возьми ее. Раз, два, три. Круто, прям смотри. Мне нравится вот эта девчонка. Ох ты, застряла, да ё-моё. Ух ты, выбила все-таки, прикинь. Отлично, давай, давай, давай. Тут мы можем много денег заработать. Бомбочка, есть. Ух ты, я могу еще сверху прыгать. Опа, ай, попалась, попалась в капкан, нафиг. Ой, давай, давай, еще, еще, прыгай, 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 прыгай. Нет. Удача открыта. Теперь ты можешь улучшать удачу в магазине. Хорошо. Играем дальше. Сколько у нас денег? Ну, у нас куча денег. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, что мы можем здесь открыть. Поедатель тортов. С ними легче прорезать путь через гигантские двери. Давай его купим. Интересно. Открыты бесплатные пиньяты. Теперь ты будешь получать бесплатную пиньяту каждые 3 часа. Ой, спасибо. Так, пиньяточка. Ага. 3 раза больше пиньят. Круто. Ой, давай ее откроем. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. Мы открыли новые карточки, смотри. Песо-братаны. Песо-братаны. Чили-бомба. Еще чили-бомба. И еще сундук с деньгами. Хорошо. Получайте меня, когда пиняты будут готовы. Нет, спасибо. Играем еще раз. А, вот у нас опять бизон Бурито, да, возвратился назад. Опа, получи. Нифига он его как выбил. Ох ты, какой прыжок. Давай хотя бы на этого прыгай какого-нибудь. Давай на них прыгай. Ты чего прыгаешь? Алло. Опа, есть, нормально. Давай на мишек, на мишек, на мишек прыгай. Опа, на желейные мишки. Ух ты, прыгалка. Блин, куда прыгалка исчезла, алло. Ух ты, мы выбили все-таки стену. Хорошо. Давай, 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 еще немножко. О, бомбочка, давай. Есть. Так, этот чувак мне не нужен. Ай, давай, еще немножко. Где вы, желейные мишки? Че ж вы не бежали-то, а? Из-за вас я не прошел так много. Прошел бы много, было бы хорошо. Так, у нас еще есть немножечко что-то купить в магазине. Давайте посмотрим. Что здесь можно купить? Ух ты. Желейный Роджер. У этих пиратов-неудачников есть бомба, которая при взрыве подкинет тебя ввысь. О, давай его купим. Прокачали. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.